И снова здравствуйте, дорогие зрители, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадим, а точнее продолжение прохождения, вы поняли чего. Капец, на медленной скорости все быстрее происходит, чем на очень медленной. Интересно, интересно. Так, продадим, пожалуй, раз, два, потом. Сейчас фермочка будет готова. Давайте выплатим долг. Все-таки. Слишком уж он большой. О, говнючелы. А, ну так мне не обязательно рядом ставить. Я могу вот здесь, например, поставить. Хотя уже 3 сола прошло. Да и еду, получается... Ну нет, все-таки солнечные батареи нужны. На энергии можно ой как нажиться. Scientific colony expanded. Ну хотя нет, уже не стоит. Уже не стоит, уже слишком поздно. Надо было утром на энергии наживаться. Сейчас уже вечер. Так, берем. Капец, что, кто-то за 7? Или это я взял за 7 заявку? За 7000. Сейчас видите, как стоимость растет вверх. Ужас какой. Так, чё там не хватает чего? Отстойно, отстойно. О, нам какие-то выплаты дали. Что? Какой нафиг долг в 100к? Вы издеваетесь? О, нехватка. О, никакой нехватки не происходит. Что за бред? Scientific colony expanded. Так, так, так. Повышаем. Теперь ставим, короче, еще. Раз. Два. А, он уже, смотрите, забрал себе. Вот говнюк. Вот тварюка такая. Давайте больше энергии нужно. О, стоп. Мне дали скачок напряжения. Могу ли я его кому-нибудь применить? Вот к этому чуваку можно применить, в принципе. Зелененький он, кстати, самый крутой. А какого хрена? Соседние здания плюс 0. Ага. Бамс. И бамс. Капец. Ой, мое вывел из строя. Ну ничего, у меня там много еще запасов. Вот говнюк. The black market is online. Так, а у кого-нибудь есть какое-то здание, которое бы мне пригодилось? Видите, тут у нас есть дешевые такие штуки. Вот это бы здание мне бы пригодилось очень сильно. Давайте что ли его подкрутим немножко.
We're not surprised. Что? Just disappointed in you. Вот говнюк. Как так? Почему я проигрываю? Let this be a lesson to you all. Screw with us, and we screw with you. О, мятеж на водяном насосе, какой ужас. Жестоко, жестоко. Что за клетка? Двенадцать. Ну до 16 я могу сам купить. Но они ж дальше 16 будут здесь мутить. Я за 16 покупаю. Потому что здесь тоже стоит 16. И поставлю здесь типа энергию, наверное. Пусть вырабатывается. Так, и еще энергию. Хотя 13-20, она не успеет построиться. Так что нифига. Выше D. А у меня рейтинг облигаций какой? Капец, у меня всего не хватает. The black market is online. Так, смотрим, что мы можем замутить. Коварные пираты. Купить забастовку за очень мало денег. Ну, 17-20 это уже слишком поздно, чтобы с электрикой что-то делать. Поэтому, что бы я такое замутил? Ой, а зачем я это делаю? Так, отменить нельзя. Ужас, и отменить теперь нельзя. Нет, ну давайте просто подождем немножко. Пока оно перестанет, и потом опять долбанем. То есть это забастовка как раз. Так, тут дорого сталь, зараза, стоит. Это очень плохо. Ну что поделаешь. В общем, зависимость от воды нужно нейтрализовать. И я думаю, мы это как сделаем. Scientific colony expanded. Будем техникой торговать. Отстой, это просто отстой какой-то. Карбон, в принципе, в достаточных количествах у нас присутствует, поэтому давайте так и делаем.
Так, повысить рейтинг. У нас уже Дэна. Рейтинг этот. Но мне плевать. Мне, как говорится, плевать. Давайте дальше здесь строить все. Лучи вот такие вот понастроили себе. Я не знаю, возможно, серия будет часовая в этот раз. Посмотрим. Долбанные соляры. О, хорошо пошел, хорошо. Очень хорошо пошел. Видите, у нас тут электричество дофигища идет. Ну вот, воды вроде бы хватает. Нормально все. Требует топлива. Чё топлива не хватает? Давайте здесь топливо построим. Хрен с ним, с водой. Ой, то есть с едой. I hate those filthy bandits. Надо срочно долги выплачивать. Так, значит, раз, два, три. Еще выплачиваем. Пока есть время и деньги. А время ведь это и есть деньги, поэтому. Так, так. Еще 40. Чем меньше долг, тем лучше. A new claim is available for auction. Bidding will begin at... За 16 тысяч. Да запросто. 18 тысяч. Ну ладно. До 25 торгуемся. Ладно, куплю за 20 тысяч, хрен. Здесь все равно 25 тысяч стоит. Вот говнюк, смотрите, что он творит. Мою воду себе пытается отбить. The black market is online. Scientific colony expanded. Уже 16 часов, вот это отстой. У меня рейтинг облигаций какой там. Ужас! В кого превратился Парадив? Он за рейтингом облигаций своим следит. Это ж каким надо быть уродом. Так, может кто-нибудь восстанет там? Восстаньте! Коварные пираты. Но нет. Запастовку можно купить. Или же мятеж. Мятеж я вроде бы уже покупал разок. Нафиг его. Ой-ой-ой. Запастовка. Кто тут самый крутой? Цедзи вот этот вот. Говнюк. Он может еще что-то космическое там понастроить. Правда, у него воды нет нифига. Давайте-ка ему подосрем. Уничтожим, что ли, что-нибудь. Алюминий. Давайте алюминий. Что? Вот говнюк. Как? Откуда у него деньги на головорезов? Я не понял. Второй раз натыкаюсь на такое. Что это за бред? А, не по моему долбанули, отлично. Это просто замечательно, что не по моему. Фух, пронесло. А то по моему бы еще долбануло. Наконец-то у меня топлива хватает. А, воды едва-едва хватает, ужас. В общем, через воду была ошибка играть. Нехватка алюминия, офигеть.
ну что, продадим весь алюминий? Нет, ну весь не думаю, что стоит продавать. Давайте, как только он начнется цена снижаться, это как с долларом. О, смотрите, мне дали за чужие долги. Ой, срочно надо продать было. Так, выплачиваем долги побыстрее. Чё нам опять не хватает чего-то? Так. Есть! Получилось! Давайте побыстрее, пока есть возможность, повысим выработку чего-то. А чего же мы будем повышать выработку? Энергия самый такой подходящий вариант, что ли? Я бы не знаю, что повысил какую выработку. Еда дорогая. Но энергию определенно мы будем еще вырабатывать, поэтому это хорошая штука. Пусть изучается. Значит, можно еще продать кислород. И за эти деньги повысить, например, выработку микросхем. Мы-то можем их производить. И в этом наш великий бонус. В общем, надеюсь, успеем несколько изучить. Всего лишь за 2000 мы все это получили. О! Энергия пошла. Давайте сдадим, что ли. Скоро из этого... Капец, уже шестое солнце. Ну, правда, я не так уж и отстал от всех остальных. Но мне нужно срочно выбираться из этого говна. Откровенно говоря. Так. Конечно, все кремниевые разработки, они очень хороши для меня. Так, смотрим. О, отлично, отлично. Теперь воды, что ли, давайте побольше попытаемся замутить. Выплачиваем долг. Давно пора, в принципе. Энергетическое хранилище. О, я хочу эту штуку. Я его себе заберу. Не вздумайте кто-то брать. Потому что это позволит мне, в общем-то, не покупать энергию вообще. The black market is online. Так, стоп. О, забастовка. Хотя уже полдня прошло. Ну вот как-то так я бы сделал. Бах, все просто у всех забастовка. Ослабим наших соперников. Так, алюминий, значит, капец, все дорогое, капец просто. Так, ну как, ты изучаешь? Водичку изучаешь, там, остальное говно. Мятеж 55 секунд длится. В общем-то, сдаем. О, видите, еще и заряжаем себе. Капец, они меня уже обогнали. Говнюки такие. Ой, это Дзэдзи. Что-то нужно с этим Дзэдзи делать. Он может меня объегорить очень больно и жестоко. Давайте что ли отменим? Не успеем 100% уже ничего сделать. Все, не можем исследовать больше ничего. Ну ладно. Фиг с ним, как говорится.
Так, ну мы не успеем, да. Что бы нам такое устроить здесь? 3К. Опять можем эту шнягу себе взять. Ой, последний сол уже начался. Не, ну это не годится абсолютно. Есть тут у кого-нибудь хоть, не знаю, какие-то другие электростанции? Или что ли сталь давайте мутить? Вот, давайте стальную фабрику себе заберем. Электросхемы, значит, приобретаем. Алюминий вот. Ну, уже нет смысла грейдить штаб. Это провальная затея, я думаю. И также отдавать, в общем, все эти штуки. В общем, трудная очень миссия получилась. Так, 27, 26. Тут у меня все ресурсы, которые нужны для этих колоний, они у меня есть. Это круто, я считаю. О, пошло дело. Ну, блин, зачем я эту технологию под конец купил? Надо было ее вначале покупать. Капец, это Илана Кламат. Что-то она говно какое-то творит. Так, так, так. Давайте попробуем что-нибудь себе тут замутить такого интересного. Так, 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 так. The black market is online. Не, black market поздно. Слишком поздно. Я победю! Клянусь анусом вашей матери. Так, значит, химикалии. 34, значит, 28. Ну вот, десяточка, конечно, у меня есть, но это... Черный рынок сейчас не имеет смысла использовать. Слишком уж все так неоднозначно. Так, электросхемы. 11, я всех перегоняю, это отлично. Отстой, вот это вот сырье, это я неправильно, наверное, сделал, что все захватил. Наверное, поэтому у меня и такие проблемы сейчас. Так, стекло. Давай же, давай же. Есть. Так. Ой, что за фигня происходит? Все, что ли, нельзя больше ничего продавать здесь. Так, значит, раз, два. Ладно, алюминий не будем продавать. Это просто и так понятно всем. Что, кроме этих больше ничего не остается? Что-то отстой. Ну, в общем, с трудом я их перегоняю, я смотрю. Да, походу, полной победы у нас не будет здесь. Thank you.
Так. Ну, я победил, но с трудом, так скажем. В общем, 14 модулей против 9 самого близкого. Ну вот, без стакания модулей это играть, конечно, гемор еще тот. Зато бонус неплохой дали. Вот, можете посмотреть, типа, с чего? Я с энергии больше всего получил. Как это ни странно. А потратил, вот Зедзи потратил больше всего на микросхемы. Как это ни странно. А вот Илана Кламат, я смотрю, она на еде сильно поднялась. Странно, они какие-то читерские, эти компы все. Даже такие, казалось бы, довольно слабенькие. Но у них ресурсов значительно больше, чем у нас. Вот. То есть у нас 161 тысяча, тут 9 акций, 8 акций, 4 акции. Так. Новые возможности для расширения. Так. Ну и роботизированная или перерабатывающая. Прибыл консультант, который поможет диверсифицировать вашу корпорацию. Механизированный штаб позволяет строить дополнительные штабы. Что? Дополнительные это как? Открыть перерабатывающий штаб. Механизированный или перерабатывающий? Ну, вообще-то я ни тем не буду пользоваться, но я бы перерабатывающий, наверное, взял. Рекламейшн, типа. Ну, зря нам этот бонус дали, я его не люблю. Так, и награда энергетическое хранилище. Действует 3 недели. Магнитные бури. В подарок X2 за игру после улучшения штаба до 3 уровня. Так, вот это что? Сетевой вирус. Если вы... Ага. Сетевой вирус, что он дает? Не помню, что он дает. Складская колония. Складская. Это, по-моему, там механика как раз всякая нужна. Патентное бюро. All players receive специалист патентного бюро. Ну, это бред. Ну, на 3 недели это мало. У нас как бы уже 3-я неделя. То есть, в принципе, это не до конца игры. А мне нужно именно до конца игры все это. Магнитные бури. Интересно. Даже не знаю, сетевой вирус, магнитные бури или же энергетическое хранилище. Ну, энергохранилище мне бы пригодилось, конечно. Но, в общем... Продолжим мы в следующей серии, а сейчас я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.